Hello guys, с вами Тим, и этот будет видео информативно. А еще, ребята, кстати, да, скажите, что насчет скина, как лучше аватар сделать, какой был, или вот такой тоже прикольно. Голосуйте, пишите в комментариях, комментарии будут прочитаны, соответственно, и будет у меня такой, как предыдущий, либо который сейчас. Почему видео информативно? Смотрите, в эту субботу у нас будет стрим. Стрим будет, мы будем раздавать питомцев. Соответственно, кто в петов играет, даже кто не играет, может начать, в принципе, потому что есть очень большие шансы получить радужного вот этого, видите, вот этого радужного. Питомцы будут разыгрываться, начиная от вот такого. И вот эти три, в принципе. Вот этот ряд вообще не будет. То есть Басик, Гуд и Тетрарный, он не будет у него, потому что очень маленькие статы, и он не будет разыгрываться. Эти будут точно разыгрываться. Сейчас я вам покажу, какие будут они. Вообще еще, в принципе, помимо вот этих петов. Что нужно для того, чтобы участвовать, соответственно, в стриме, в розыгрыше? Нужно будет подписаться на канал, на мой канал Team UTV и на канал Robros. Кто уже подписан, не нужно будет подписываться, просто нужно поставить, соответственно, проверить, стоит ли колокольчик или нет, чтобы не пропустить стрим. Кто не подписан, подписывайтесь, чтобы опять же не пропустить стрим. Кто непосредственно придет на стрим, он, соответственно, будет подписываться и будет разыгрываться у нас, соответственно, петы. Петы будут разыгрываться в таком порядке. Смотрите, за каждых новых 2 подписчика будет разыгран дамны. За каждых, получается, 5 подписчиков будет разыграно Rainbow. Будут примерно разыграны 500 петов. Вот эти петы, они разыгрываться не будут. Эти петы мне нужны для фарма. Все остальное, в принципе, будет разыгрываться вот эти. Вот эти они будут разыгрываться. То есть вот видите, вот радужные у него статы, если Панкина взять. У Черри, сейчас покажу, Черри. Черри, да, вот статы идут 300 на 37. Нуба. Но Нуба побольше было, чем вот это не наводится. А вот Нуба, а нет, Нуб не больше, он побыстрее просто получает. А недавно сразу разыграется одному. То есть это нужно будет для того, чтобы кто-то их собирает. Также вот, соответственно, идут вот эти питомцы. Висп будет разыгран. Вот, вот эти все питомцы, они будут разыграны, в принципе. Вот этих я просто вот так вот беру и удаляю, они нам не нужны. Получается 45 на 50 и 20 на 55. То есть вот эти не будут. Давайте их сразу удалим, что они не нужны нам. Все. Вот это все будет разыграно. То есть прям сильно-сильно они остаются для фарма. Все остальное будет разыгрываться. Розыгрыш, соответственно, я уже сказал, как вот. Каждые 2 подписчика такой будет разыгран. Просто плюсуйте в чат, пишите комментарии. И подписаны на канал, будут проверять вас, если вы выполнили все условия. Соответственно, вы автоматически участвуете. То есть сколько вы сможете забрать у нас 10, там, 20 петов, я не знаю. Это уже все будет зависеть, соответственно, от вас и от вашей активности. 2 подписки на канал, комментарии на стриме и плюс в чат на стриме. И вот такой будет разыгран, как будет 5 подписчиков новых. Все, давайте чуть еще откроем. Буквально давайте, наверное, штук 13, да. Смотрим, что выпадет. А ничего такого, видите, падают на самом деле все одни почти Черри, Панкины очень часто. Многим, кстати, падают эти. Мне очень редко падают они, сейчас я вам покажу его. Вот такой можно золотой собрать. То есть из доминусов можно собрать только один золотой. Это хедстак. И из него только можно собрать золотого. А вот у обычного, соответственно, статы. Вот у золотого статы. Но они мне очень-очень редко на самом деле, ребята, падают. Да, пишите, что насчет скина, кстати. Гуд, не гуд, вообще как, в принципе, нормально, ненормально. Еще чуть-чуть, сейчас откроем яичко. Открываю я очень много, на самом деле. Шансы вроде как говорят, что повысили, но не особо заметно. Если сервак, в принципе, дает, то дает. Можете даже уже по чату посмотреть, если, допустим, в чате написано, то, что равные выпадают. Вот давно, если пишутся, что выпадает, в принципе, можно в фарме бежать. Так, видите, все эти идут. В принципе, которые мы разыгрывать не будем. Ну вот давно, да. Выпало мне, кстати, давно радужные всего 2. Один я Гоги Брос отдал. Тоже для фарма, опять же, потому что мне не нужно, мне нужно 8 вот электрических.
что я сундуки открываю каждый день. Я думаю, сейчас что-то такое прямо выпадет, видели, да? Еще открываем. А, кстати, насчет шляп. Что насчет шляп у нас? А, смотрите, как у меня шляпы выпадают, соответственно, на один день я почему-то у меня получается сразу убивать по две. Так что, кстати, питомцев электрических я убивал по два в один день. Как сегодня, допустим, пока с ребятами открывали сундук, я выбил два электрических. Я открываю примерно 10 шляп, соответственно, если ничего не выпадает. Ну, 10, ну, 15 это максимум. И ухожу на другой сервак, потому что у меня есть подозрение, и, в принципе, я видел такую инфу, то, что от сервака шляпы реально зависит тоже от серваков еще. А, у меня так, получается, если без геймпассов, то у вас шансы получается 0.5, с геймпассом у вас получается 1.15, по-моему. То есть 1% 15. Вот, смотрите, допустим, сейчас, почему я не открываю по сразу много, потому что, смотрите, видите, я даже здесь открыл. У меня 100 слотов получается, было 8 одета и 8 в принципе инвентаря было, с которыми я гоняю. То есть я что взял, я открыл получается 50 и вот что мне, видите, выпало. То есть моими повышенными шансами мне даже синие в принципе не выпадают, мне не намного гораздо меньше выпадают, чем выпадали, когда не было шансов. Давайте еще парочку откроем получается. 20 серваки вообще не дают, то есть стоите вы, колотите, колотите, вам только басики выпадают. То есть мне выпадают они с моими шансами. Так я говорю, 1002 точно открываю в день. Даже мы с вами открыли один, по-моему, выпал только один у нас, получается, радуга. Да, вот смотрите, ну два, а мне да, но это хорошо, кстати, выпало неплохо. Здесь можно даже пофармить. Сейчас вам покажу еще разок питомцев. Мы все удаляем, это нам не нужно с вами. Думаю, вы хотите нормальных питомцев. Ну вот, в принципе, 300 получается, скажем так, ну 310 питомцев у нас уже есть на раздачу. Ну будет 500 точно, может больше 500, чем 500. Все, ребята, в принципе, я думаю, вы все поняли насчет стрима. Ставьте лайкосик, делитесь этим видео обязательно, потому что чем больше подписчиков у нас будет, тем, соответственно, мы будем чаще такие же стримы делать и будем чаще раздавать вам питомцев. Вот, возможно, если вам будет такое нравиться, то мы перейдем вообще, в принципе, на петов. Да, я думаю, на петов, на раздачу вообще питомцев вам. То есть будут постоянно видосики, стримы точно будут, я думаю, про петов, если вам это зайдет. Да, ребята, чуть не забыл, красавчики, кстати. Смотрите, чтобы попасть ко мне в друзья, либо попасть в друзья к GMA Bros, то, соответственно, пишите, подписывайтесь на мой канал, чтобы ко мне точно попасть. Подписывайтесь на канал Robros, и самые активные, кто будет писать комментарии, ставит лайки, тот будет, соответственно, добавлен в друзья. Друзья будут добавлены 50 человек. 50 у меня, у 50 у Гоги Брос. Кто перестает писать комментарии, быть активным, соответственно, из друзей просто удаляются. То есть в течение месяца вы пишете на каждом видео комментарии, тогда вы добавляете в следующем месяце в друзья. То есть в конце месяца вы добавляете в друзья. Если вы не пишете комментарии по истечению месяца, либо очень-очень слабо пишете, плюс лайки, это все можно легко проверить, то, соответственно, просто из друзей у вас придется удалить, так что сорян. Всем пока, бро, делай добро. Насчет скина не забываем. Эй, пишите комментарии.